Мы с вами со многими встречались во время предвыборной кампании, говорили о том, что после, да, надо будет тоже встретиться, обсудить, наметить план совместной работы, понять, куда движемся, как движемся, что для этого требуется, чем я могу быть уже полезен не в качестве только волонтера, но уже и в качестве депутата Государственной Думы. Депутат Государственной Думы Александр Толмачев провел встречу с ветеранами городского округа Щелково. На ней участники обсудили вопросы самого разного характера. Ветераны смогли задать политику интересующие их вопросы, на которые тот развернуто ответил. У нас сейчас проходит региональная неделя. В рамках этой региональной недели мы встречаемся с коллективами, встречаемся с жителями городского округа. И вот сегодня одна из встреч с ветеранским активом. На встрече обсуждали вопросы и социального значения, и транспортного, и многих других. Сегодня одна из тем была посвящена как раз созданию памятников, сохранению исторических мест и увековечению памяти тех, кто воевал. Ветераны мне подарили книги, сказали, что необходимо в Монино рассмотреть памятник летчикам. После собрания ветераны вместе с депутатом Александром Толмачевым возложили цветы к вечному огню на аллее памяти. 80 лет назад, 5 декабря, началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.